Месяца два назад мы этот дом передали на управление в другую управляющую компанию, ООО «Дилос». Вот. А сегодня с утра произошел прорыв трассы холодного водоснабжения, находящейся на балансе Тверь-Водоканал. Сейчас уже вечер, 5 часов, до сих пор прорыв не ликвидирован. Вода поступает в подвальные помещения дома, по Гусеву, дом 5. И кроме того, работа нашего расчетного отдела паспортного стола сегодня целый день тоже была парализована. Водоканал поставлен в известность. Единственное, что сегодня как бы они уже не сумели провести работу, поскольку поздно об этом узнали. Сказали, что все работы по устранению протечки будут проводиться завтра с утра.